Глава Минтранса Чувашии Михаил Резников на встрече с премьер-министром Иваном Аториным доложил, какая ситуация из-за непогоды сложилась на трассах республики. Движение на многих участках затруднено. Тяжелее всего, по словам Резникова, пришлось автомобилистам Аликовского района. Там подрядчик, отвечающий за уборку дорог, не смог вывести всю свою технику. Пришлось вызывать спецмашины из соседних районов. На самых опасных участках, спусках и подъемах дежурили сотрудники ГАИ и регулировали движение. Повторение таких случаев, сказал Резников, может стать причиной для расторжения контракта с дорожной организацией. В целом, сегодня на трассы республики вышли 170 уборочных машин. Только за ночь было рассыпано 3000 тонн песчано-соляной смеси и бианорда.